Дороги, освещение и не только. В этом году в сердце района Махжана Жумабаева в городе Булаево произошло много позитивных перемен. Часть улиц заасфальтировали, а еще на них стало светлее. Почти подошел к концу капитальный ремонт местной мечети. Она находится напротив парка, который преобразился в прошлом году. Команда МТРК отправилась в Булаево, чтобы показать, как этот город изменился. Мечеть Береке в городе Булаево была открыта в 1999 году. Она расположилась в здании бывшего суда. Периодически при необходимости проводился там текущий ремонт. А весной этого года начался капитальный. Сейчас большая часть основных работ осталась позади. Одной из глобальных перемен здесь стала замена системы отопления. Стены мечети отремонтировали по стандарту, местами они пришли в негодность. Осенью и весной периодически текла крыша. В этом году с приходом холодов эта проблема отпадет, так как ее нам заменили, пол тоже. Облицовка здания теперь тоже другая, а также купола. В ремонт мечети вложено около 8 миллионов тенге спонсорских средств. Рядом с религиозным объектом новое дорожное полотно. В этом году на его средний ремонт в городе Булаеве было выделено 100 миллионов тенге. В порядок привели асфальтовое покрытие на 5 улицах, подлатали 2 километра дорог. Кроме того, также из национального фонда было выделено 200 миллионов тенге на реконструкцию 2 улиц. Это у нас улица Чкалова, улица Тахира Мусаева. То есть по реконструкции планируется выполнить работы не только асфальтового покрытия, но еще и уличное освещение затронет, тротуары и система водоотвода. Проект двухгодичный, поэтому часть работ перейдет на 2022. Тогда же, после одобрения Министерства национальной экономики, в Булаево отремонтируют еще 7 километров дорог. Необходимые документы для этого готовы, рассказал аким города. В текущем году дороги в нем станут на 15% лучше, зато освещение на все 70%. Из областного бюджета были выделены суммы в размере 25 миллионов тенге на уличное освещение. Это порядка 22 километров, более 400 фонарей. Это затронут у нас будет северная сторона, там 5 улиц, южная сторона, также порядка 10 улиц, и село Медвежка, оно тоже к нам относится, и там порядка 3-4 улиц будет. Освещение делают современное с функцией диммирования, то есть включается, как и отключается оно по таймеру. Удобно и экономно. В прошлом году освещение заменили в парке Булаева. Тогда же здесь поставили новые малые архитектурные формы, а старые обновили. Привели в порядок фонтан и брусчатку. Все для комфорта досуга горожан. Алия Икамбаева, Дарья Пашминцева, Казбек Аракбаев. Новости МТРК.